показывай свой фокус. Смотрите, вот две обычные карты, да? Причем они реально обычные, я с ними ничего не делал предварительно. Ага. Смотрите, я сейчас беру, протираю вот эту карту, приклеиваю ее. Попробуйте. Ничего не понял. Ну, короче, смотрите, это магнитные ленты. Мало кто знает, то, что, но они примагничиваются. Типа они, ну, прям берут и примагничиваются. Вот сами даже попробуйте примагничить эту карту. Но. Типа они так. Прям магнитятся. Ну, магнитятся. Вот, дальше. Попробуйте даже сами. Ну, держи. Что, не хотят? Нет. А что надо делать? Вот такой фокус. И все? Да. Все, спасибо вам большое. Я не понял, что это было-то? Короче, смотрите, все очень легко. Просто вот эта карта была намазана специальным веществом, которое приклеивается только раз. А что за вещество? Я не помню, как оно называется. По-моему, то ли горбон, то ли карбон. Ну, короче, прикольное вещество. Он реально, ну, для фокусника это прям нужная вещь. Понятно. А еще знаешь фокусы? Знаю, но материала нету для них. Ищи, потом найдешь меня здесь. Я здесь каждый день хожу, покажешь, а я тебя покажу на Ютубе. Мы тоже просто блогеры. Мы тоже на канал видео снимаем. Ну все, молодо. Я такой думаю, ничего себе, девушка тоже блогер. Нифига себе.